Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Ниссан Ли, добро пожаловать в новую серию в этой серии жестокого порева. Извини меня, Мия, но после тебя три мужика, а ты сама одна утка. Поэтому вот такие у нас пироги, ребятишки. Сегодня у нас мустр не будет, будет только Костян. Поприветствуйся. Подписывайтесь, да, подписывайтесь на меня в инстаграме. Мия. Здрасте. Эдисон. Здорово. Аляша. Ку-ку. Какой-то грубый у тебя голос, Аляша, для девочки. Но ничего страшного. В этой серии мы будем творить мясо. Следующая серия выйдет только тогда, когда мы наберем 20 тысяч лайков на это. И поэтому не будь ленивой срокотанцей. Поставь лайкусик в честь меня, в честь подписчиков. И в честь того, чтобы вышла собака, ты сутулая. В честь того, чтобы вышла новая серия. Поэтому я надеюсь, что ты поставишь. А мы потом... Мия, ты что-то уже сломала, хулиганка. Поставь обратно. Мия, ну что ты делаешь? Каждая серия... Дайте я начну, пожалуйста, кто уже стреляет. Да, да? Я уже понял, это в меня похоже. В смысле, в тебя я не успел начать даже ничего. Что я хотел сказать, то что... Каждая серия, да не без историй. Кто помнит мою историю в предыдущей серии про то, как нас будут ремнем родаки шмагать? А? Кто помнит? В этой серии у нас будет другая история. Я буду ее тараторить до тех пор, пока меня никто не завалит, если подписчики опять будут молчать. Вы будете молчать или вы будете разглагольствовать на какие-то темы, а? Понятно. Значит, выбирайте молчание, сволочи, да? Ладно, ладушки, оладушки. Короче, Костян, я тебя видел, поэтому лучше вали. Лучше вот прям просто беги и тикай. Тикай как можно скорее, вот тикай. Вот, что мы с вами сделаем. В этой серии у нас должно было быть 5 игроков. Мунстр еще должна была подключиться. Но проблема в том, что Мунстр перед самой записью вырубили что, Мия? Свет, да, вроде? Да, вот. Самая скромная девочка, как всегда, в эфире. Скромная. Ну, скромная это... Три пацана, ну я говорю то, что готовься, Мия. Жестокая порева прям уже начинается. Моно вопрос. Какой вопрос, Аляша? А прицел такой должен быть маленький, да? Да, прицел такой должен быть. Как я тебя убил, я на лестнице просто слазил. Ну и как бы знал то, что... Нет, пошел, ладно. Ты что, за мной бежал, сволочь? А чё мы все в одном месте были? Я не знаю, но я прям немножко обгадился, когда увидел Мию. Ай, ну ладно. Но я знал то, что она тут. Мне всегда здесь прячется. Это вам просто спойлер на будущее. Если хотите найти Мию, ищите ее там. Константин Петрович! Улетел просто вниз. Пу, как камень. Ой, господи, короче, 1-0-0-0-0. Было бы еще 0, если здесь была бы монстр. Но монстр нет, поэтому без 0. Прячемся еще раз. Второй раунд. Мы играем до 3 или играем до 4? Что вы скажете? Константин, ты меня уже не... До 4, значит. Хорошо, ничего страшного. Короче, я знаю, где Мия. Я опять знаю. Мия, вот она всегда здесь. Она всегда здесь. Вот всегда здесь. Вот даже сейчас. Вот. Нет, вот сейчас ее нет. Нафунял? Это я нафунял. Ой, что за фигня? Да нет, я, короче, прицел включил, а у меня там черный экран. Если не срачка, то пердячка, как говорится. А! Подождите! Аляш, я не могу понять, что у тебя происходит? Что происходит? Дождь пошел. Стекло прострелили, ученик. Ущерб. Сам ты ущерб. Дождь пошел, молния. У нас, короче, очень напряженная ситуация. Ай-яй-яй. Лагает. Конечно, лагает. У нас дождь, гром, молния, конец света. Выключите вообще. Дождь, гром, молнию. Да не будем мы выключать гром, дождь, молнию, значит. Ну ладно. Почему мы должны ее выключать, если это эпично называется? Ах ты сволочь, паскудник такой, хулиган у мамки растет. Ай, прицел, подходи.
Почему ты? Почему ты? Вот, молодец, Мия, давай, будем хулиганить. Кто-то будет включать, кто-то будет выключать. Ага, подожди. А, нет. А, нет. А, да. А, нет. Я кого-то... Да в смысле прицел, не прицел? Ну, черный экран, когда я его включаю. У тебя все как не в людей. Да вообще не гори, вообще. Кто там нафигал свой? Ай, да, нафиг. Кого я вижу, я не могу понять. Кто там? Кто там такой? Кто там? А-а-а, хотел башкенцию кому-то прострелить, но у меня в тот момент патроны кончились. Поэтому извини, пожалуйста, Аляша, что не успел выстрелить. Я это видел! Я это видел! Кто-то рипнулся там. Я видел. Ай, прекрасно. Короче, минус Аляша получается. Самые слабые умирают первыми. Так, кто там хулиганит? Кто куда стрелял, у меня такой вопрос. Это Константин Петрович стрелял только что? Аляш, не пали меня, пожалуйста. Константин Петрович, выйди, если мужик, прячься, если бабенция. Не будь Аляшкой. Не будь Аляшкой, вылезай. Смотрите, как легко его забайтить. Не успел сказать, он сразу же вылез. А, я спалился, то, что я его увидел, да, получается? Короче, смотрим. Мия, ты что там забыла? Такая кукует из-за угла. Константин. Как тебя зовут? Блин, пожалуйста, включите нормальную погоду, меня реально лагает из-за нее. Костя? Костя, какой косянчик, косян, косянчик, косянчик. Да хватит стучать. Сват! Ну кто разозлился, ну кто... Это был не я. Это Мия 100%, я даже не буду угадывать, потому что это сразу понятно, что это Мия. В общем, 2-0-0-0-0-0-30-0, прячемся, третий раунд на подходе. У нас проблемы. Да подождите, дайте мне начать серию. Кто уже откуда стреляет? У нас... Это опять Аляша буянит. У нас опять проблемы. Короче, пока вы были за кадром, пока мы перепрячивались, как говорится... Почему я сказал г-г-г-г-г? Как говорит Аляша, вместо того, чтобы сказать перепрятываюсь, он говорит почему-то перепрячиваюсь. Ну ладно, русский как бы не все умеют, не все могут, не все знают. А, в чем проблема? Вы не поверите, но это факт. А, когда Аляша перепрячивалась, к нему в комнату забежала, короче, мама. Он сейчас не может разговаривать, потому что он выключил микрофон. Вот, Аляша, скажи что-то. Вот скажи что-то. Не может, потому что он выключил микрофон. А, ну все, уже включил, да? Короче, забежала мама в комнату забежала, начала ремнем фигачить налево, направо, говорит: Аляша, прикиньте, его мама реально Аляшей называет. Я сам не знал, но так оно есть. Аляша, Аляша, ты почему ногти не постригла? Он матерился. Он, о, вот именно, он че матерился. Мама забежала такая. Тапком по левому уху. Вроде по звуку это было левое ухо, если хорошо ориентируюсь. По левому уху. Правое? Ну почему? Там звук был такой. Это значит, что это левое. Это правое. А левое как? А, точно, левое это... Помню, вот. Короче, по левому, по правому уху такая, на, говорит, Аляша, Аляша, веди себя хорошо, Аляша. Аляша такая, мааа, я не здорова! Я знаю, это моя тактика всегда, я всякую чепуху всегда несу. Кочергу несу. И все отвлекаются, вот. Мия отвлеклась, Мия такая... Я выбежал перед носом Мии. Мия такая стоит, даже не думает. Думает, стрелять, не стрелять. Ну, смотри. У, Константин Ты балбес. Вот меня бы сейчас прицел починился, было бы так хорошо. Балбес, балбеский просто. Просто. В смысле, это значит, ты меня видишь, да? Все это время ты меня тогда получается.
Эм, это что было? Кто меня ударил? Это Мия только что меня шандаракнула? У меня такой вопрос, или что я это было? Я только что... Ты да кто что? Меня бьет? Костя! Ты думаешь, я не видел? Ты мне оставил полтора сердечка. Серьезно? Да, ты мне оставил полтора... Так нечестно убивать тогда, когда я уже выиграл. Полтора сердечка. Ну ладно. Мы изначально договорились, что мы будем играть до 4, поэтому последний раунд. Ну или не последний, посмотрим, кто выиграет. Я твой рот труба шатали. Сейчас опять мама забежит, опять уже по левому уху настучит тебе, если бы. Ам-ба-ба-ра-па-па-ра-па-па. Какую тему мы с вами обсудим в этом раунде? Может, политика Древнего Китая? Или Аляша как современное искусство? Вот, кто о чем думает? Костя, лишь бы писюны подавать. Костя, ты мальчик. Костя, будешь наказан. Костя, будешь наказан, если будешь такое обсуждать в себе. А потом ты мне жалуешься, Эдисон. Почему меня бьют в классе? Ну потому что все мальчики как мальчики, а ты мальчик по мальчикам. Ну ладно. Что-то бьёт. Костя, я шучу, я шучу. Ну вот ты наказан на этот раунд. Костя, нельзя играть. Меня не бьют. О, Костя бьет. Хуилиган, хуилиган. Понятно. Знаешь, что делают? Да успокойся, успокойся. Мия, я знаю, где ты. Мия, знаю, где ты. Мия, 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 знаю, где ты. Мия, Мия, я знаю, где ты. Я знаю, где ты, Мия, я знаю, где ты. Я завис на этой лестнице просто наверху и ждал, когда ты сама выйдешь. Уж я видел, как твоя снайперка торчала. Отвлекающий манер. Короче, мы с вами очень большие хуилиганы. Это очень плохо, очень плохо. Осталась Аляша. Снайперка торчала. Не, не у тебя, Костя, а тебя прям в лоб видел. Да чё за дичь у вас там происходит, алё? Идите отсюда! Чё у вас там происходит, наркоманы, Петровичи? Не знаю, они меня все, короче. Они тебя все, короче. Да я, господи, вот именно вот он. Вот именно вот так, ладно. Ну раз так, значит я тебя еще проще найду. Уйди отсюда! Тупой дьявол! Уйди! Я тебе сейчас этот нож, знаешь, куда? Пожалуйста, перестаньте насиловать Аляшу в прямом эфире. Во-во, как говорит, во-во. Это грех. Где, то есть... Блин, ну уйди. Так, подожди, ты по мне сейчас стреляешь? Это не я стреляю, это они стреляют, но я тебя вижу. А спасибо большое, а зачем ты спалился то, что ты меня видишь? Ух ты. Прям на ходу так вы... А, меня сейчас убьют! Не успели, не успели, пуписяки, не успели. Да ты, я тебе в рот... Чё ты? Кого ты в рот? С кем я записываю просто, честное слово. В общем, 4-0-0-0-0-0. Корона, как всегда, на своем заветном месте. Она никуда не делась. Ой. Слушайте, хуилиганы, хуилиганы, настоящие. Короче, да, пока этот беспредел продолжается, я предлагаю поставить лайкусики, подписаться на мой канал, если ты, конечно, хочешь продолжения. Если ты прямо сейчас подпишешься, собака, наберем 20 тысяч лайков, сразу же выйдет продолжение. Ты смотри, что это пописяка делает. Он не дает просто никому заспавниться. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. В следующей серии, Аляша, ты будешь наказан. Даю тебе свое слово.